Привет, YouTube, дорогие друзья! Удалось вот приобрести по случаю очень ценную книгу Леонида Павловича Сабанеева «Охотничий календарь» или книга «Ружейных охотников». Не думаю, что она у всех есть. Возможно, кому-то будет интересно. Хотелось бы создать цикл коротких фильмов и почитать, просто вслух почитать главы из этой книги. Книга очень интересно собрана. Здесь практически собраны, значит, все труды Леонида Павловича в области, значит, охоты. Есть у него еще книга о рыбах, о рыбалке. Но это отдельная, значит, тема, и она толще раза в два, наверное, этой. Вот. А эта книга построена таким образом. То есть вначале, значит, в общем, сам охотничий календарь, который является отдельным произведением у него. Вот, они все собраны, значит, здесь. Потом, значит, идут заметки о охоте, о ружьях, много всякого-всякого очень интересного, значит, о стрельбе уток, о стрельбе дичи там разнообразной, о стволах, вот такие вот тут иллюстрации присутствуют. Вот, а дальше вторая половина книги. Это книга Леонида Павловича Сабанеева «Породы охотничьих собак и уход за ними». Тоже интересная тема, но отдельная тема, но ее мы не будем затрагивать, только вот, вот то, что с охотой связано. Хотя здесь очень много полезного, то есть и клички собак, и, значит, болезни, и методы лечения, и методы ухода. Вот такая вот книжка. Приблизительно, как хотелось бы, значит, прочитать вам 21 главу, ну, будут вот отдельными роликами. Если кого-то заинтересовало, милости просим, смотрите. Спасибо огромное вам. До будущих встреч.